пальчики меня спасают. Два легких восточных упражнения, которые помогают продлить жизнь после 50 лет. Мой внук с недавних пор начал увлекаться восточными практиками и изучать китайскую медицину. Учится он в медицинском, но по его словам, медицина, как и образование, у нас никчемная. Лучше к китайцам обратиться. Я же еще не уверилась в эффективности таких практик. Поэтому внук решил поделиться с вами двумя легкими восточными упражнениями, которые помогают продлить жизнь. Особенно полезны они будут после 50 лет. Но и более молодым людям их тоже стоит использовать. Первое. Простукивание пальцами. На Востоке это даже не считают упражнением. И выполняют такое действие каждый день по 5 минут. Выполнение у него очень простое. Чем оно помогает людям в возрасте? Из-за того, что в кончиках пальцев переплетается большое количество нервных окончаний, их простукивание положительно сказывается на общем кровообращении и стимуляции нервных волокон. Упражнение можно выполнять целенаправленно, а можно в любое удобное время. Занимаем удобное положение и руки ставим перед собой, как на фото. И спокойно начинаем стукать пальчиками друг от друга. Не торопимся. В общем, стукаем и стукаем. Внук советует взять это в привычку. Теперь, по его словам, пальчики меня спасают от старческой тормознутости. Второе. Хлопаем ладошками. Тут все просто. На ладонях находится множество точек органов, поэтому их стимуляция оказывает положительное влияние на все системы организма. Нужно хлопать в течение 5 минут, и будет вам польза. Только практиковать данные упражнения нужно каждый день. Я вот взяла в привычку и скоро буду делиться результатами.